Здорово! Сегодня у нас в выпуске самая крутая РПГ, ретро-аркада, симулятор музыкальной группы, карточный Tower Defense, необычная игра-книга и фэнтези-РПГ. Приступим! Mother of Mess — это захватывающая мифологическая экшен-РПГ с лучшей реализацией среди всех представителей жанра на Android. В этой игре есть все: потрясающая графика, физика, уникальная прокачка персонажей, интересный сюжет, крафтинг, PvP-сражения, удобное управление. Да черт! Она настолько хороша, что мне не хватит и 10 минут, чтобы выразить всю ее офигенность. Так что сразу качай, не задумываясь. Powerpuff Girl — это ретро-аркада по одноименному мультипликационному сериалу про суперкрошек. Не знаю, как вы, а я в детстве просто тащился от этих чикс. Вы сможете выбрать любую из трех девчонок, обладающих своими уникальными способностями. Вас ждет захватывающее приключение, множество головоломок, потрясный геймплей и увлекательный сюжет. Band Stars — это игра для всех, кто мечтал стать рок-звездой, а стал никем, лишь с мобильником в руках. Игра, позволяющая почувствовать приторный вкус славы прямо за твоим устройством. Одно но! Для успеха группы придется все-таки постараться. Собери свою банду, обучай их, репетируй и записывай альбомы, чтобы добиться славы, богатства и всемирного признания. Pet Shop Story — это веселый симулятор пса. Что? Как это дерьмо сюда попало? Prime World Defender — это оборона башен с великолепной графикой. Как, наверное, уже многие из вас догадались, игра сделана по мотивам компьютерной игры Prime World. Вам предстоит окунуться в мир магии, монстров и башен. Соберите свою коллекцию карточек, развивайте способности и таланты героев и разрабатывайте свою собственную стратегию для удачного завершения миссий. Sorcery 2 — это подарок для всех ценителей чего-то необычного. Перед вами настоящая игра-книга, сочетающая в себе настолку, РПГ, квест, головоломку и многое другое. Вас ждет мистический сюжет, стильная графика и много-много-много спойлеров, если я буду дальше углубляться в очаровательный геймплей Sorcery 2. Ведь это почти что книга. Summoner's War — это пошаговый РПГ про фантастический мир, в котором идет война за кристаллы манна. Вы, можно сказать, тренер покемонов, которых вам нужно взрастить, тренировать и улучшать для предстоящих сражений. В вашем распоряжении будет 400 видов различных монстров и воинов, которые пойдут на смерть ради вашей победы. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.